Ну, давайте начнем. Итак, ребятки, дорогие, что там у нас 149? Какая тональность? До мажор. До мажор. С какой нотки будете начинать? Ми. С нотки ми. Что тут у нас еще есть? Ми фа. Это что? Малая секунда. Малая секунда. Соль, ты в нотке смотришь у нас? А что такое соль ля? Большая секунда. А это большая секунда. Чем заканчивается мелодия? Секунда. Это что? Малая секунда. Малая секунда, конечно. До мажор. Начинайте. Фа, соль, фа, 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 фа,
спим дальше. Ритмически складывайте, складывайте песенку еще раз от всех хором. Ре, ми, фа, соль, ля, соль, соль, фа, ми, фа, фа, соль, фа, ми, фа, 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 соль, фа, 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 ми, ми, ре, фа, ля, ля, соль, ми, ре. Закрываем книжечку. Ми минор у нас дальше. Закрываем, убираем соль, убираем туда книжечку, берем лесенку минорную на ми минор. Ми минор у нас сегодня, да, мотивы поем в ми миноре, потом ми мажоре. Так, все готовы? Нотка ми, минор, ми минор, нотка ми. Все настроились? Слушаем мотивы. Вот так вот. Я фа ре си ми. Вот так вот.
Еще раз.
как-то договорились мы вот с такой вот паузой здесь играть, видишь, чтобы было более таинственно. Попробуем еще раз. Я так знала! Да? Я так знала, что
спешу, да? Минорная тон. А доминант два аккорда. Потому что гармонический минор. Не вожу на. А этот красавый, как его зовут, вот этот фиолетовый? Уменьшенный в годности. А это доминантовый. Так, Митя, пошли играть. Давай тебе сейчас до минора остается, допустим. Так, это будет еще. Так, что мы сыграем с тобой? Давай-ка соль минорную тональную сыграем, да? Здесь бемоль у нас, не забудем, бемоль. Так. Низ. Низ. Повыше лежит, но ты забыла про это обязательно. Хорошо. А доминантовый опирается на пятую ступеньку, да? На пятую ступеньку, только непременно. Гармоническую надо, хорошую соль минор. Вот так. Верша, пойдем играть. Что ты нам сыграешь, Вера? Давай-ка ты нам сыграешь сейчас. Что ты нам сыграешь? Ре минор сыграешь. Пожалуйста, ре минор играем. Соня у нас еще не добавила. Подождите, дети. Я добавила.
А здесь что ж не добавлено-то? Ой. Ой. Добавляй. А, застряла. Вот так вот. Вот так вот. Сюда, пожалуйста, Соня. Так. Сейчас чуть-чуточки ждем Соню. Все. Вот, вот так. Слушай, Митю. Митю слушаем. И дальше каждому достается другое упражнение. Тебе вот это сейчас давай поделай. Симпо-па-тири-ти-та. Ага, дальше. Симпо-па-тири-ти-та. Дальше. Симпо-па-тири-ти-та. Дальше. Симпо-па-тири-ти-та. Ага, скрути. Минуточку. Теперь тебе достается вот это. Симпо-па-тири-ти-та. Тебе вот это. Сюда, до самого конца. Ладошки готовы? Начали. Маленькую паузу делаем. И от конца сюда, сюда и сюда к началу. Маленькую паузу делаем. Готовы. Внимательные глазки, ушки, ручки внимательные. Начали. Теперь убираем все, кроме первого упражнения, кроме первого. Опять? Да. Убираем все, кроме первого. Да? Да. Конечно, ну конечно. Поиграем по-своему. Поиграем по-своему. Вот я делаю то же самое, что и вы. А потом я убираю все карточки. Все. Подождите. Всему свое время. Всему свое время, конечно, всему свое время. Убрали все, кроме первого упражнения. И у нас с вами сейчас ми-минорная тональность. Ми-минорная тональность. Кто готов? Я готов. Кто готов? Я готов. Посмотрели. И выбегаем. Только по одному, ребятки. Все хорошо. Митя, уроки. Нашел песенку импровизированную. Все. Натуральный минор выбрала. Хорошо. Митя, ми минор. Вот так.
Так, карточки убери, Сонечка, сейчас, убери карточки. И что это у нас? Ой, смотрите-ка, что я вам тоже нарисовала, да. Почему можно сказать красное с красным? А почему? Синяя всегда была, почему? А синяя всегда была? Вот почему красное ты я взяла? Нет, у нас у Сенкопа. Вот почему, оказывается. Вот почему, оказывается. Вот почему. Ага, ну давайте посчитаем, сколько же здесь синков. Один, два, три, четыре, пять. Все-таки пять. Но вот это особенная какая-то, видите, тут вместо восьмушки нотки, что-то. Пауза. Так тоже иногда бывает. Синков, пауза. Нет, это другая песенка. Подковали ножку. Кому подковали ножку? Нет, я подковали ножку. Дети, кому ножку подковали? Лошадь. Соня у нас еще не совсем поправилась. Ничего, поправляйся, Соня. Приготовили ладошки, поем слова и хлопаем все-все-все нотки. Это хоть и пауза, но в целом это все равно синкопа. Будьте любезны, будьте любезны. Восьмушечку паузу все равно надо услышать, выдержать. Поэтому будьте внимательны, особенно в этом месте. Еще раз ладошки. Стоп. Нет, вместе, готово даже. Очень важная роль, действительно, вы слышали здесь синкопа. Здесь надо быть очень терпеливыми перед переходом к последней фразе. Пожалуйста, будем терпеливыми. Еще раз. С какой ступени эта песенка начинается? С какой ступеньки? До мажор, с какой ступеньки песенка? С пятой. На какую ступеньку?
мажор. Сначала нотки, потом слова без перерыва. Песенки убрали. Без перерыва. Сначала слова, потом нотки, так, да?